хочется выразить огромную благодарность от имени Федерации Каратэ России, руководству Омской области, руководству спорта за то, что дало такую возможность проведения этого турнира. Что Омск стал такой площадкой открытия вот всероссийских соревнований. И у нас очень огромное количество гостей, более тысячи участников. Но тем не менее мы с учетом всех выполняем все рекомендации Роспотребнадзора. Конкуренция на соревнованиях была нешуточной, но омские спортсмены не спешили уступать домашние награды. Так изо всех сил за победу боролась мастер спорта, участница молодежного чемпионата мира Юлия Шибалтас. В решающем поединке ее соперницей стала призер первенства Европы 2020 года Жанна Костюшкина, выступающая за Сахалинскую область. Достаточно тяжело сложился поединок, но все-таки удалось вырвать победу буквально на последних секундах и из последних сил. С учетом того, что очень долго не тренировалась, именно нормальная практика в парах, именно кумите, именно поединки, уверенность была только в ударах руками. На этом, в принципе, все. Ноги, вроде бы была скорость, вроде бы были ощущения, вроде бы все ощущалось и чувствовалось, но не было уверенности максимальной. Переломным моментом, наверное, стало то, что все-таки поняла, что смотрит папа, ждут дома, ждет тренер моей победы и члены команды, плюс ко всему дома, надо выигрывать, надо побеждать. Также награды высшей пробы в копилку Омской области принесли Варвара Верхнер и Артем Кузьменко. Все участники соревнований высоко оценили уровень турнира и были рады, что наконец-то смогли проверить свои силы в поединках. С каким настроением приехали? С настроением очень позитивным, так как вы сказали, очень давно не было и хотелось уже выйти на площадку просто поработать. Турнир складывался хорошо, было 4 поединка, самый сложный поединок был финальный, так как это друг с другой команды, с другого города, и мы с ним уже не раз встречались на площадке, и всегда у нас были очень тяжелые и хорошие поединки. Приняли хорошо, тут очень много друзей встретили, довезли, накормили, как все, как всегда, на высшем уровне. С 16 по 19 апреля Омск вновь будет встречать сильнейших каратистов страны, уже на молодежном первенстве России.